Танцевальные коллективы из разных регионов страны съехались в Актобе для участия в первом республиканском конкурсе танцоров АКУ-2023, посвященном столетию казахской солистки балета, заслуженной артистки Казахской ССР Нурсулу Топаловой. Отдать дань уважения выдающейся танцовщице решили и специальной конференции, в которой приняла участие дочь артистки. Нурсулу Топалова родилась 13 сентября 1923 года в Уйгылском районе. В 13-летнем возрасте поступила в танцевальную школу при Казахстанской академии театра, оперы и балета. Снималась в кино, исполняла роли примерно в 20 кинофильмах. Выступала на сцене оперного театра в одном спектакле с Галиной Улановой. Человек, 4 класса образования. Она не могла даже заявление написать, но она была настолько такая вот талантливая. Она первая балерина, которая встала на пуанты и танцевала с самой Галиной Улановой. И в 16 лет она уже стала прима-балерина оперного театра. Получала, у меня есть удостоверение, там где аттестационное удостоверение, высшая квалификация артиста и ставка высокая. В 27 лет она уже депутатом была городского совета. Вот. Несмотря на это, она была очень скромный человек. Чтобы почтить память легендарной личности, был организован танцевальный конкурс. Выступления участников проходили в 2 этапа. Первый – казахский танец, и второй – народный танец. В концертном зале Унер Орталыга вниманию жюри представили свои выступления 8 танцевальных коллективов. Также в этот день прошла научная конференция и фотовыставка, на которой были представлены личные вещи Нурсулу Топаловой. Это пуанты, сереги и шкатулка. Динара Абдуалиева, Самат Каликенов, телеканал Актобе.